Ребят, всем привет! Посмотрите, как наряжен мой внук. Он у нас Бамблби. А что ты мой наряд не покажешь? А вот наша дочь нарядилась. Ты в кого нарядилась? Я в Наташу, мне мой муж сказал, потому что я в ведьму нарядилась. Вот, короче, поехали мы на праздник. Праздник Хэллоуин. Я никогда в жизни не была. Дожила до 50 и не была на таком празднике. Вы скажете, что праздник какой-то нехороший. А мне любой праздник праздник. Почему бы и нет? Лишь бы войны не было. Вообще-то этот праздник очень даже хороший. Это празднуют День всех святых. Ничего в нем плохого нету. Это люди придумали, что какой-то дьявольский праздник, поклонение всяким дьяволам. Ну можно все перевернуть. Just a second. Можно все перевернуть. С ног можно. На голову. Вот. А это очень даже хороший праздник. А здесь его сделали для детей. Конфеты, радость. Кому не радостно нарядиться в костюм, побыть кем-то на минутку? У нас уже на Новый год такое делали. Да, и то уже давным-давно, наверное, и не наряжаются дети. Алекс так месяц мечтал нарядиться. У них есть только вот этот вот день, Хэллоуин, чтобы нарядиться. А на Новый год, как раньше у нас дети на елках, у них не наряжаются. Мы едем в Гарден Парк, Макрори Гарденс. Этот парк вообще, он платный. Да, но во время Хэллоуина он бесплатный. Во время всяких провождения праздников, туда вход бесплатный всем. Вот мы в парке. Красиво. Снимай, мам, что ты стесняешься? Я снимаю, мы в парке, показываю парк. Как красиво. Да, тут сейчас парковку не найдем, блин. Машин, столько народу, у людей тут по 5, по 6, по 5, по 3, по 4 ребенка. Бери свое ведерко, Алекс. Так, Бамблби пошел. Все ради детей, все приезжают, представь. И нет же тех людей, которые без детей сюда приходят. Да, вряд ли. Здесь не убирают это сено? Ну, или это для красоты? Это, вообще-то летом типа красиво, я не знаю. Да. Какие-то скульптуры. Окей. Мне тоже дали кольцо, потому как я без наряда. Интересно. Сделали для детей здесь такие конкурсы. Там метают колечки, на тыквы надевают. Здесь еще что-то делают. И за это им дают конфетки. Здесь вот как типа классиков. Классики. Got a hat on all of those. Got a hat. One to the next one, all the way down the end. There you go. Hat. Hat. Nice. Hat. Hat. Прыгун, короче. Can you try this one? Oh, they're fresh. Wow. Wow. Good job. You get a piece of candy. Got some candy? A piece of candy.
Good job. In your bucket. Where's your bucket? Did you leave your bucket? All right, let's go. Столько тыков, обалдеть. Она втюхивает эти тыквы за $5. А сюда привезли? Бесплатно? Ну, конечно. Что, вот прицеп $5 за каждого не заплатили. А, надо вот тут, это прям лабиринт, надо по нему пройтись. О, прикольно. Цветочки, типа наклонился. Короче, этот парк стоит на человека $3 прийти просто погулять. Я так посмотрела, что там делать, интересно. Нечего делать. $3 на человека. На детей тоже считается. В общем, дочь говорит, все было очень грустно. Ожидала лучшего. Она никогда не ходила на это мероприятие, потому что всегда допоздна работали и не получалось. А сейчас мы поехали в церковь, там посмотрим, что будет для детей. Короче, ребят, вот люди Брукинса пришли за халявными конфетами. Люди любят здесь повеселиться. Мы последние. Пока мы последние, сейчас еще пойдем. Нас будет охранять. А наверх нельзя ее нацепить? Мы подвинулись, а за нами, смотрите, ребят, какая уже очередь выстроилась. Алекс уже поедает конфеты. А что делать? Это что за костюм? Не знаю даже. Какая-то моль. Я летучая моль. Очень много жасминов. Все хотят быть принцессами, девочки. Baby Natasha получила конфетку. Yo, that's what I picked. Everybody behave yourselves. There you go. Should I just put it in your bag? Say thank you. Come on. Alex, say trick or treat. I'll take one too. О, это раньше были ты. Как телепузики. Ты же любила. What are they called? Happy Halloween to you. What are these called? Teletubbies. Huh? Teletubbies. Teletubbies. Oh my gosh, yeah. I love them. Did you take one? Did you take one? Happy Halloween. Say thank you. Can you see your plan from the house? There you go. There it is. My name is Poe. Poe, okay. And your name? Tinky Winky. Oh my God, I love you so much. I forgot about that. Ой, какой динозавр. Wow, trick or treat. Say trick or treat. Happy Halloween, you guys. Happy Halloween. I haven't even seen you. You're going to be back? Oh, okay. Кто это наряжен? Собак нарядили. Для собак тоже есть наряд. Эй, собаки даже наряжены. Ой, Алекс, Алекс, turn around. Say trick or treat. Thank you. Идет постоянная подвозка конфет. В пункты раздачи. Наш очень скромный мальчик. Да, он очень скромный. Он одну, если возьмет, и то мимо пройдет. Стесняется. Хорошо воспитан. Алекс, отойди. Отойди, пожалуйста. Там, не знаю, просто пижама. Костюмы в пижама. Интересно. Hi. Thank you. Вот. Похоже на такую, которая хочет. No. You're a good kid. I like you. Would you say thank you? Ой, они хорошо устроились, слушай, в одеялках.
Have a good night. Happy Bye. Halloween. Say happy Halloween. Would you like a Rice Krispie treat? Oh, all yeah. right. Thank you. Who is that, Alex? Is that Winnie the Pooh? That's enough. Say trick or treat. Oh, yeah. That's the honey. Thank you. We got fruit snacks and chocolate. Good choice. Fruit snack. You love fruit snacks? You want a fruit snack too? Yeah? There you Say go. Thank you. Happy Halloween. Попугай потом ребенка полиция, когда она конфеты раздает. Кэнди? Полиция, Кэнди раздает? Алекс, wait. There you go. There you go. Oh. Open up a little bit more. All right. There you Bumblebee. Go. What's that? He's Bumblebee. Oh, Bumblebee. Nice. I'm fine. Yeah. Hello. Happy Halloween. This is stupid. Ah, those troopers. How are you? Good. Say trick or treat! Alex, what kind of helmet does he have on? Trick or treat! He doesn't know. Who's that? Stormtrooper! Пойдем, Alex. Выходи. Oh, wait. Can we take a picture? Yeah, absolutely. Come here, buddy. I can't see anything, so. Hey, can you look over here? Yeah, there, stand right there. Hey. There you go. Look at Mom. Thank you. Come on, Alex. Come on. Alex, смотри, какие лошади. Gosh, Alex, look at that horse. Halfway through our second hour, we've had an exciting time. Oh, покрасили. Is it okay if we touch them? Yeah. Или одежку одели. How long did it take? 3 hours. Три часа. Чего себе? So we're the original. Wow, лошади, одна из выборов покрашена. And I heard rumors, some people said, we're the real reason. Наташ! Эй, Алекс! Trick or treat. There you go. Trick or treat. No, but those kids in my dairy did. I'm not bitter about it. Alex, проси конфетку. All right, we're going to take a little 5-minute break. There you go. Great answers. Great participation. Please. Oh, say trick or treat. Attaboy, you know the drill. Please say trick or treat. You go. Say trick or treat. Happy Halloween. Thank you. О, папа, я тут бы порадовался. Happy Halloween. What? Yeah, we're cold. We're cold. Are you cold? Yeah. Happy Halloween! She didn't recognize me. Trick or treat! Good job! Wow! Wow, that's awesome, guys! Пойдемте внутрь церкви. Давай! Say it, mommy! Mommy, I will share it! Share what? Candy! Там невкусные. Ну, он сладкий, короче, мне не нравится. Мы замерзли, короче, зашли сюда, кофе налили. О, это можно хот-доги взять. Давайте поедим. Давай. Видите, как все. Какой праздник. Ты же любишь хот-дог. Ты же любишь хот-дог. Do you want a hot dog? I can eat it like candy. Does he want to buy it?
I got a bunch of candy. I got a bunch of candy. We'll take one too. I got a bunch of candy. Two, do you want one though? Just two. I want. I got a bunch of candy. Так, в общем, взяла я хот-дог себе, кофе. Алекс тоже себе выбрал хот-дог. Эй, Бамблби, давай, кушай хот-дог. Так, мы подкрепились, ребята. Выпили кофе. И съели хот-дог. Алекс не стал кушать хот-дог. Да, Алекс? Он конфетку скушал. Скромный мальчик. Вообще, так подойдет, эту конфетку возьмет. Ну, не говори. Очень скромный. Ну а что, кто его воспитывал? We should have just put a costume on you. Это же щеночек, да? Is she a puppy or? Yeah, she's a puppy. She's 10 months. 10 месяцев. Yeah, she looks like... Alex, come here. They have cars. Do you want a car? Come here, over here. Что это такое? Glow stick. Это она светится. Thank you. Which one do you want? And that one? Oh, look at that. That's a bracelet. Yeah. Do you want a bracelet? Well, let's put it on. The coffee cup. Can we bring some out of the sauce? Yes. Look at that. Ta-da! And then the coffee ones, you just rinse them. What else you got? Он взял машинку, нет? Да взял, взял. Подожди, Джай. Just a second. Yeah, the ones that are right underneath the coffee pots. Did you grab your car too? И печать еще. Oh, look at that, they have stamps too. We got everything now, let's go. Так, все, мы уже вышли и пошли домой. Время 8 часов. Уже спать надо ложиться. Тут еще вон люди ходят. Может... Эй, Наташа! Может, бегом по второму кругу пробежимся? Ой, да, поехали. Алекс, пойдем! Сейчас быстро будет. Ну все, ребят, всем пока-пока. Вот так мы сходили на Хэллоуин. Ну вот, ребят, смотрите, сколько Алекс насобирал конфет. Let's have this one. No, let's have this one. О. This one. Наш скромный мальчик насобирал столько конфет. О, вот это вкусное, попробуй вот эту. Пусть Алекс поест. Мама не хочет шоколадный, ну, он ест понятно. Вот эту всякую фигню детскую. Ну, понятно. Жевательную. Ну, да. Вот так вот мы провели время. А это что такое? Ой, о, это чапстик! Нифига себе. Губнушка, что ли? Да, мне же нужна губнушка. Ну, вот тебе вот прям край ее надо открыть. Ну, вот. А что нет-то? Все понятно. Ладно, Алекс сидел там в кафешке, всех поблагодарил, спасибо. Да, говорит, thank you, mommy, thank you, daddy, thank you, baba. Что с ним время провели? Кубнушка. Угу, правда, что вот это его сумочка была, в которую он собирал. Я вот такую вот съем одну, они были очень вкусные. Ну ладно, всем пока-пока. Алекс, скажи пока. Пока-пока. Нормально, ой, блин. Скажи пока. Пока. Скажи пока-пока. Пока-пока. Всем привет, девочки. Представляете, пришли с дочерью тут по делу, ну и пошли в хэллоуинский отдел, где все для Хэллоуина продавалось, эти декорации. Я знала, что будут скидки. Ну, пусть меня вот. Так. И тут 50% скидки. И посмотрите, что здесь творится. Все, смотрите, капец. Мы еще проходили мимо конфет,
А ты сюда подойди. Посмотрите, что здесь делается. Все раскупили. А костюмов тоже нет. Вот так вот. Умные люди покупают на следующий день, чтобы на следующий год у них были декорации. Все 50%. Тут все завалено. Завалено было. А теперь вот как. Всякие разные. А вот тыковка сколько стоит? Не знаю, она не отсюда. Ведерки, ну вот ведерки это хорошая, нужная вещь, они каждый их год нужны. Тоже распродажу? Ну 50%. Ну вот, надо когда ведерко покупать. У Алекса же такой, да? У него гекко. А это кэтбой. Вот, слушай, это больше ему надо такое. Сколько стоит? Да, 2,50 оно стоит. Сейчас, да? Ну, представь, за $5 покупали. Видишь как? Ну, в прошлом году еще брали. Ну ты же не ходишь по распродажам, когда тебе...